авангардное искусство вне рамок и устоев. Даже открытие второго фестиваля «Первая фабрика авангарда» состоялось на четвертый день после его начала. Прошлогодний дебют стал глотком свежего воздуха для ивановцев и гостей из других регионов. На этот раз все еще масштабнее, и еще смелее и ярче. В этом году работаем больше, чем в прошлом году, больше дней. Во-вторых, новые имена по всем направлениям фестиваля, в том числе по интеллектуальной платформе, которую я курирую. Второй фестиваль, в отличие от первого, имеет свою тематику. Сады утопии – метафора емкая, включающая в себя сотни смыслов и прочтений, как и само современное искусство. Но в то же время она дает направление мысли авторов и зрителей. Сады утопии – это связано и с авангардными экспериментами, это связано и с какими-то вообще философскими идеями в истории человечества, и с историей Иваново, потому что Иваново – это город утопий и иллюзий. И поэтому вот мы надеемся, что именно это сможет связать все разрозненные, хотя и очень интересные факты, в некое целое, которое будет больше способствовать, размышлению о том, зачем вообще искусство человеку нужно. Открыла фестиваль театрализованное представление с участием танцоров, артистов Ивановского драматического театра. Это коллаборация сразу нескольких направлений, представленных на фестивале. Новейшего искусства, моды, хореографии, театрального перформанса и современной музыки. Но открытие – лишь анонс, отголоски того, что ждет гостей фестиваля. Впереди еще десятки событий и всего одни выходные, чтобы окунуться в уникальную атмосферу садов утопии в городе конструктивизма. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.